Considering the Поэтому Good Shepherd. Мы начинаем с вами с изучения темы доброго пастыря. This describes the time when Jesus lived and was rejected by his people. А здесь описывается время, когда жил Иисус Христос и был отвергаем своим народом. Verses 1, 2, and 3. Первые три стиха 11 главы. «Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожжет огонь кедры твои. Рыдай, кипарис, ибо упал кедр». Ибо и величавые опустошены, рыдайте, дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес. Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их. Слышно рыканье молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Now, we believe that Zechariah gave these predictions, Представляется, что Захария пророчествовал об этом. Long after the Jerusalem temple was completed. Намного позже того времени, когда было завершено строительство храма в Иерусалиме. And this chapter records the events of Israel's darkest chapter. И эта глава содержит в себе и описывает события одного из самых темных периодов, самого темного периода в истории Израиля. And the rest of what we're about to read points to the judgments. И оставшиеся стихи будут посвящены теме суда. That are the result of their rejection of Messiah. Который будет совершен в результате того, что народ отверг Мессию. Right. Verses 4 through 6. Стихи с 4 по 6. «Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят, благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них. Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь. И вот, я предам людей, каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю их от рук их». Now, the flock is a picture of the nation of Israel. Итак, овцы, стадо овец, да, это образ Израиля. And the particular flock in view here is doomed to slaughter. И здесь говорится об овцах, обреченных на заклание. And this is the flock that lived at the time of Jesus. Это та паства, те овцы, которые жили во времена Иисуса Христа. The generation, and actually the generation following, that rejected Jesus. А поколение и, в общем-то, следующее поколение, которое отвергли Иисуса. And they were slaughtered by the Romans. И они были обречены на заклание от рук римлян. The Jewish historian Josephus estimates that 1.5 million Jews were killed by the Romans. Где-то 1.5 миллиона, по свидетельству историка, историка Флавия, 1.5 миллиона, 1.5 million Jews were killed. Евреев погиб, были? Миллион погиб, а 500 тысяч забраны в рабство. A million were killed and 500,000 people were taken into captivity. Or as slaves, not into captivity, as slaves. Okay. Were made slaves. My sources said 1.5 million were killed. Mm-hmm. It could be that 500,000 were also taken into captivity or made slaves. Mm-hmm. Yes. Да, но вот в источнике, который я читал, было написано, что 1.5 миллиона были убиты. Ну, может быть, подразумевалось как раз вот то, о чем вы говорите. And that destruction is previewed for us in the first three verses, the first 4, 5, and 6. И вот об этом разрушении, об этом истреблении как раз и содержится намек в первых трех стихах. And in the verses that follow, Zechariah the prophet и в последующих стихах Захария пророк is invited to play the role of the good shepherd. Призывается выполнять роль доброго пастыря. Verses 7 to 9. Стихи 7-9. «И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову их, один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец. И истреблю трех из пастырей в один месяц, отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня. Тогда скажу, не буду пасти вас, умирающая пусть умирает, и гибнущая пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другую». So he's picturing himself as the Messiah who's pasturing or shepherding this flock. Итак, он рисует себя как мессию, который пасет этих овец. He's got these two named staffs. У него два посоха, два жезла. Going to use to care for the flock. С помощью которых он будет пасти овец.
This is a reference to Jesus' three-year ministry, I believe. Это, как мне представляется, есть указание на трехлетнее служение Иисуса Христа. And we read that he annihilated three of the false shepherds. И мы читаем о том, что он истребит трех лжепастырей. Now we don't know exactly what that means. Мы доподлинно не знаем, что это означает. In fact, one of my commentaries, кстати говоря, в одном из комментариев, says that there are as many as 40 interpretations of verse 8. Говорится, что на восьмой стих имеется как минимум 40 толкований. So if we don't know what it means, we're in good company. Поэтому, если мы не знаем, что это стих означает, то мы присоединяемся к большинству. But I'll take a stab at it. I think that he may be referencing the priest. Все-таки попытаюсь предположить, что здесь содержится указание на священников. Каиафас. Киафа. And the king Herod. И царя Ирода. And then the Pharisees. И фарисеев. Whom Jesus all did battle with. С которыми Иисус как бы воевал все время. And he rejected them. И он отверг их. But then, as the text says, they grew weary of him. Но согласно тексту, как и они отвращались от него. Now we see some of the ramifications of their rejection of him. Verse 10 and 11. А теперь в 10 и 11 стихе мы посмотрим, каким образом это происходило. «И возьму жезл мой, благоволение, и переломлю его, чтобы уничтожить завет, который я заключил со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день. И когда узнают бедные завет, ожидающие меня, что это...» И тогда узнают бедные завет, ожидающие меня, что это слово Господа. Remember, he has two staffs in his hands. То есть помните, у него два жезла. And the first staff is favor, or grace. Первый жезл – благоволение или благодати. And it speaks of the way God has always been gracious with his people. Он говорит о том, что Бог всегда благоволил к своему народу. From the days of Abraham forward. От времен Авраама и далее. He breaks that staff. Он говорит, и преломлю его. То есть он преломляет этот жезл. Indicating that he will no longer be gracious with his people. Что означает, что он уже больше не будет благоволить к своему народу. Но тут говорится не про свой народ. Он говорит, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. But he doesn't want to talk about his people, but with all peoples, he says. With the peoples. That's a very, very good, careful reading. Очень внимательное чтение. Спасибо, Наташа. As I was studying this, при изучении этого отрывка, my sense is that all the peoples there does not refer to all the nations of the world. У меня сложилось впечатление, что под народами понимаются не все народы и племена мира, but specifically the peoples of the Jews. А именно народы, которые в совокупности составляют еврейский народ. Maybe the scattered groups of the Jews. Perhaps the scattered dispersed groups. Возможно, рассеянные группами. But what's really in focus here is God's dealing with the Jewish people. Но все-таки здесь акцент сделан на том, что Бог именно имеет дело со своим народом. And that staff of favor is broken. И вот смотрите, вот этот жест благоволения преломляется. And then we go on to see even more specifically how this good shepherd is going to be dealt with by verses 12 through 14. А теперь смотрите, мы читаем в стихах с 12 по 14, как поступит, how he will be dealt with. Yes. Как поступит с добрым пастырем? И скажу им, если угодно вам, то отдайте мне плату мою. Если же нет, не давайте. И не отвесит в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какой они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. И переломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем. Okay. You'll want to check Matthew chapter 27. Можно обратиться к 27 главе Евангелия от Матфея. Where Judas is paid 30 pieces of silver for betraying Jesus. Где Иуде платят 30 серебряников за то, чтобы он предал Иисуса Христа. And that is in Zechariah's day. В дни Захарии. Their estimation of the value of the good shepherd. Это и есть цена, которую готовы уплатить за доброго пастыря. 30 pieces of silver was enough to buy a slave. 30 серебряников было достаточно, чтобы купить раба. Remember in the book of Hosea. Помните в книге пророка Осии? Mm-hmm. Hosea bought his wife Gomer back for how much? Он купил Гомер за сколько? За 15 золотых монет. Ой, или как? За 15 серебряников. Right. So they are saying that Jesus is worth
nothing more than a slave. То есть, другими словами, Иисус Христос стоит ровно столько, сколько стоит раб. And the judgment from the Good Shepherd on that is to break the staff called union. И суд, который будет вершиться в результате такого отношения, это переломление другого жезла, который назывался узы. And the money is thrown to the potter. И серебряники бросаются в горшок, я так понимаю, да? Okay, that's, бросил их в дом Господень до горшка. Verse 13. Нет, он бросил их, в храме бросил он их. Not into the potter, but into the temple for the potter. He threw them to the potter, who was evidently in the house of the Lord. В английском языке он бросил их горшечнику, который был в доме Господнем. Okay. And this breaking of the second staff symbolizes. И вот это переломление второго жезла символизирует собой. The dissolution of Judah and Israel. Расторжение братства между Иудой и Израилем. No more close brotherhood among Jews. А уже не будет больше близкого братства между евреями. And the Jews worldwide are still dispersed. И сейчас мы наблюдаем, что евреи рассеяны по всему And the миру. Prophecy continues. Пророчество продолжается. With the good shepherd being replaced by the foolish shepherd. И продолжается тем, что на смену доброму пастырю приходит глупый пастырь. Стихах 15 и 17-17 об этом записано. «И Господь сказал мне, еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их отвергнет. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его, рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет». So the good shepherd is taken away. Вот смотрите, добрый пастырь уходит. And he is replaced by foolish shepherd. На смену ему приходит глупый пастырь. The best guess is, or the understanding is that the foolish shepherd. И здесь понимание такое, что глупый пастух. Are all those rulers of Israel? Это как раз все те правители Израиля. From Jesus until the destruction of the temple in A.D. 70. С момента со времен Иисуса Христа до разрушения храма in A.D. 800. The year 70. В 70-м году нашей эры. And these will all be shepherds, rulers who are cruel. Это все те правители, все те пастухи, которые отвечали жестокостью. They don't have the welfare of the people in mind. Которые совершенно не родили о благополучии своего народа. So they have rejected the one shepherd who would care for them. Народ отверг доброго пастыря, который хотел заботиться о них. And God has given them foolish shepherds. И Бог дал им глупого пастуха. ТВ-семинаре – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.